На самарскую фан-зону болельщики собираются за несколько часов до начала матча. На сцене настроение зрителям поднимает L1. Победу сборной России по футболу! Все! На этом чемпионате мира сборная команды России проявила себя как никогда хорошо. Впервые в истории наши футболисты вышли в плей-офф, и люди надеются на дальнейший успех. Россия! Россия! Верим в победу, верим в наших. Россия, вперед! Мы верим, потому что с Испанией шансы были немногие, но мы победили. Мы верим, что мы победим. Я хочу, чтобы Россия победила! С самого начала игра была напряженной. За выход в 1-2 спортсмены бились изо всех сил. И вот спустя первые полчаса гол в ворота Хорватии забил Денис Черышев. Самарская фан-зона ликует. Уже в первом тайме хорваты сравняли счет. Второй тайм завершился со счетом 2-2. Исход матча, как и в игре с Испанией, решила серия пенальти. Но, к сожалению, в этот раз фортуна оказалась на стороне соперника. Горечь поражения болельщики разделили вместе со спортсменами. Это тот самый случай, когда поражение выглядит так же достойно, как победа. В социальных сетях люди практически сразу после окончания матча начали оставлять записи с хэштегом «Мы одна команда». Сборная России провела на мировом чемпионате гораздо больше времени, чем от нее ожидали, и вписала новую страницу в историю российского футбола. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.